Всем привет, с вами Слай, сегодня находимся на сервере Hypixel и сыграем в режиме Skywars Ranked. И давайте же начнем. Итак, мы начинаем играть вот на такой замечательной карте вместе с дефолтным китом. Игра уже практически началась, спускаемся ниже и лутаем наши вещи. А ребят, учитывая, что это Skywars Ranked, то вещи здесь спавнятся у всех примерно одинаковые. Ну и естественно, обычно все игроки сразу же бегут на мидл, чтобы залутать там вещи гораздо лучше своих стандартных. Поднимаемся выше, сейчас будем строиться. Ну или по идее вообще можно, наверное, допрыгнуть, но я все-таки рисковать не буду, потому что мне не хочется терять свои хп. Ибо на Skywars ранке эти хп — это достаточно важная часть вашей победы. Так, сейчас собираем все наши топовые вещи. Сейчас будем бегать по медлу, лутаться вот так. Вау, ифрит. Топовый меч на заговор огня, неплохо. А зелье регенерации, зелье Fire Resistance. Я люблю эту каточку, серьезно, сейчас выпью себе Fire Resistance. И, наверное, сейчас еще один штаны алмазные, что у меня еще есть. Кирочка есть, а зелье... Insane Hill. Супер. Сейчас побежим, будем здесь всех забивать. Так, ифрит, надеюсь, за нами сейчас пройдет сюда. Игрока бьем. Очень сильно. Все, выиграли, серьезно. Ну ладно, ребят, сейчас придется сыграть нам вторую каточку. В общем, ну давайте подождем. Итак, игра у нас началась. Сейчас будем играть вот на такой замечательной карте. И сегодня мы сразу же залутаем топовые вещи и побежим на миду, потому что только на миду можно встретить, как всегда, самый хороший лут. Спускаемся ниже, здесь у нас есть нагрудник, здесь у нас есть алмазный меч, еще вода, супер. Все лутаем, зелье регенерации кладем себе в четвертый слот, и по-моему у нас уже сундуки все залутаны, хотя стойте, вот есть яблоко, есть там яйца еще куриные. Сейчас побежим на мидл, построимся туда и будем там лутаться. Нас осталось четверо, хотя в самом начале игры нас как раз таки четверо и было. То есть еще никто не умер, нашли себе снова топовый меч. Я не знаю, что сегодня с Hypixel, но мы второй раз его находим, нашли себе зелье регенерации. Так, пацана, поджигаем, забираем его. Это будет легко, потому что все-таки меч достаточно хороший, да? Забрали его, сейчас бежим все на базу, потому что нам стоит отхилиться. Сейчас будем есть яблоки. Так, пацана будем скидывать, он у нас сейчас горит уже. Добрый день ему. Он у нас сливается, естественно, потому что, ну все же. Смысл ему побеждать на нашем ролике? Мне кажется, смысла вообще нет. Сейчас флоу оденемся в алмазку и побежим забирать последнего. Итак, находится у нас тоже на меду, там что-то, видимо, уже залутал. Но это будет легко, потому что он нас вроде как не видит. Я не знаю, что он ждал, но все же мы его забираем. Очень легко забираем. Ладно, очень даже нелегко, у нас мало хп, я ухожу. Я очень быстро, ребят, ухожу, чтобы сейчас не слиться. Я кинул себе регенку, сейчас буду забирать его. И это победа, ребят, с вами был Слай, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня мы сыграли две каточки, так что можете написать комментарий и кликнуть по аннотации, чтобы посмотреть мои прошлые ролики. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч. Ну а теперь я хотел бы вам посоветовать канал Липандула, который недавно обновил свой скин. В данный момент у него не очень много времени на съемку, однако вы можете поддержать его новыми лайками и подписками. Ссылка будет в описании, ну а на этом мы заканчиваем. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч.